Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале компании «Купи салон», крупнейшего автоателье в России. Меня зовут Алексей Крыловецкий, и это видео будет посвящено тому, что название автомобиля не всегда соответствует его наполнению, насыщению. Но это поправимо, если вы обращаетесь в компанию «Купи салон», которая может добавить недостающих опций практически в любой автомобиль. И вот новый премиальный Chery Exceed, который позиционируется брендом Chery как именно такая премиальная линейка. Как помните, появился, например, Genesis у Hyundai, и вот у Kia, например, есть Quaris, да, вот эта премиальная версия, это они пытаются разделить бренд. Мне кажется, то же самое сейчас пытается сделать и китайский автопроизводитель. Exceed переводится с английского как «превышать». Ну, то есть, вроде как, этот автомобиль должен превышать ожидания. И что же мы увидели в топовой комплектации этого автомобиля? Увидели, что подогрева, например, в руле нету, а температура в России часто падает существенно ниже нуля, и такая важная, полезная опция, как установка функции подогрева, несомненно, важна и нужна каждому автовладельцу без исключений, вне зависимости от того, на каком автомобиле он ездит. Будь то отечественная Лада или дорогущий немецкий внедорожник, ну и, конечно, китайский автомобиль, который позиционируется как превышающий, он, конечно, должен тоже обладать необходимыми опциями комфорта. И функцию подогрева руля мы установили в этот автомобиль, так же, как делаем это для многих других за 4-5 часов. Более того, нас попросил об этом дилерский центр. Автомобиль находится на тест-драйве, поэтому опцией подогрева руля наслаждаться могут многие потенциальные покупатели этого автомобиля. И в каком-то смысле мы устранили вот этот врожденный дефект и недостаток, которого в автомобиле почему-то именно Chery Exceed присутствует. Хотя в младших моделях Chery подогрев руля есть практически в каждой модели и модификации. Соответственно, немножко расскажу про функцию подогрева руля. Значит, во-первых, у нас огромнейший опыт по установке этой функции, очень важной функции, функции комфорта в различные автомобили. Убедиться в этом очень легко. Здесь есть отдельный плейлист. Переходите, смотрите, что мы делаем. За много лет мы установили больше 1000 подогревов в различные автомобили. Эта цифра, на мой взгляд, даже занижена. Возможно, таких автомобилей даже несколько тысяч, потому что каждую неделю мы буквально там несколько автомобилей всегда делаем, и всегда это делается по одной и той же технологии. Либо под штатную оплетку руля, либо с перетяжкой новой оплеткой руля мы устанавливаем теплопроводную нить. Она равномерно оплетает всю поверхность баранки и таким образом позволяет рулю равномерно нагреваться. У нее нету практически никакой толщины, и она никаким образом не проявляет себя через оплетку. Таким образом, подогрев может помещаться под штатной оплеткой, то есть не всегда нужно перешивать руль, если вы хотите установить эту функцию. За счет равномерности подогрева мы добиваемся, ну, такого именно комфортного ощущения от этой опции. Решается этот вопрос за счет, как я сказал, тонкой теплопроводной нити. Она буквально за 1,5-2 минуты нагревается до комфортной температуры в 46-48 градусов и работает в таком режиме, пока вы либо не выключите кнопку, либо не выключите зажигание автомобиля. И если в вашем автомобиле, например, есть функция удаленного запуска, то вы сможете оставить на ночь кнопку включенной, а с утра, прогревая свой автомобиль, придете, а руль уже будет теплый, будет вас ждать. В таком состоянии с включенной кнопкой вы можете передвигаться сколь угодно долго, потому что подогрев не сможет разогреть руль выше комфортной температуры, при которой вам будет приятно тактильно удерживать руль в руках. Есть разные люди и разные пожелания относительно температуры руля, но мы выбрали тот уровень нагрева, который универсально подходит большинству людей. Нам кажется, что 46-48 градусов – это отличный вариант, который здорово работает и в немецком автомобиле, и в китайском автомобиле, и в отечественном автомобиле, так что вопросов никаких не будет. Сама система безопасно подключается к автомобилю, никаким образом не влияет на штатные электронные системы, не влияет на гарантию автомобиля и может быть установлена, как я сказал, за несколько часов практически в любой автомобиль. Как это сделать и записаться, вы можете узнать, связавшись с нами по телефону из описания. Кроме того, должен сказать, что у нас есть партнеры в регионах, которые с радостью окажут вам эту услугу по нашей уникальной технологии, по которой работаем только мы. И я надеюсь, что вы сможете обрести эту функцию, даже если находитесь во многих тысячах километров от Москвы и не готовы гнать свой автомобиль ради нее к нам в столицу.
Надеюсь, что это видео вам понравилось, вы уже подписались на наш канал. Если вдруг этого еще не сделали, то спешите. Сделайте это наконец уже и кликните на колокольчик, чтобы следить за выходом новых серий. Наши истории в Инстаграме, ВКонтакте, Фейсбук, Drive2 и ТикТок дадут вам еще более широкое представление о том, какими возможностями обладает наша компания, как изо дня в день мы делаем жизнь многих автовладельцев лучше, комфортнее, уютнее и атмосферу в автомобиле теплее. Надеюсь, и вы тоже станете частью нашей большой тусовки, тусовки тех, кто уже стал клиентом компании «Купи салон». Желаю вам удачи, будьте здоровы. Пока!